Сейчас любой из вас может выйти и всякий один от вас может да излезет и засвидетельствовать. И засвидетельство. Да, в книге Откровения написано. В книге на Откровение пишет. О том, что они победили дьявола. За то, что те са победили дьявола. Кровью Агнца. Через кровь на Агне. И словом свидетельства своего. И через слово то на свое то свидетельство. Знаете, в этом благодать свободной церкви. И в това е благодата на свободна церква. У нас ничто не запрограммировано. Че ничто не е програмирано. И вот это свобода, да? Че имаме свободата. Что любой может выйти. Че всеки може да излезе. Любой национальности. От всяка националност. Вот я увидел, что первая сестра. Видях, че първоиска сестра са да излезе от Украина. С Херсона, да? От Николаев. Давайте поприветствуем сестру. Нека я поздравим. Я вот, меня зовут Маша, очень приятно. Казвам себе Маша, много мне приятно. Я вот помню, в школе всегда выходила на экзамен первая. Училище-то излизах на испите первую. Потому что пока дойдет до тебя, ты ну, уже все забудешь и перенервничаешь. Ну-ка, пистигни, ты еще забираешь вече всичку, что себе притесняешь. Пастор сказал, что готовьте свидетельства, и, пастора, и честно, их Никаза, настолько... Да подготовим свидетельства-то. Их настолько много. И те са толково много. Что не знаешь, с чего начать. Что не знам, от какого да започна. Но главное свидетельство нашей жизни... Обаче най-важното свидетельство на наше живот. Что-что? Что мы дома. Че не сме в кышти. Мы когда приехали сюда, от Николаева, тук от Николаев, ну все знают причину. Всички знают причина-то. И ну, мы оказались не дома. И се оказахме не у дома си. Поиск церкви. И търсенето на църквата. Поиск дома. Търсенето на поиск дома. Жизни вообще на... всего. Търсенето на самия живот. У нас в Николаеве было все, и работа, в Николаеве имахме всичко, и дом, работа, и кышта, и церковь, и церква. Церковь, которую мы очень любим. Церковь, которую много обичаме. И когда я для себя приняла откровение, и что... И за себе си приехал откровение, то... В Боге мы всегда дома. Че в Господа не сме винаги в кышти. На прошлой неделе пастор говорил проповедь. Миналата седмица пастора казваше една проповедь. В которой я ходила всю неделю. В която аз ходих през цялата седмица. И пастор говорил проповедь. И пастора казваше една проповедь. Как мой пастор в церкви. Както и мой пастор в церкви. Такой же тембр. Същия тембр. Такой же... Ну, вот все так же. Всичко е по същия начин. Сегодня пришли с сестрой в церковь. И днес дойдохме за прославление в церковь. Все псалмы с нашей церкви. Всички те псалмы са от нашата църква. И это основное свидетельство. И това е основното свидетельство. Мы молились за поиск дома в Варне. Ние се молихме да си намерим дом в Варна. И Бог помог нам его найти. И Господ ни помогна да го намерим. Цена, качество. И цената и качеството. Все соответствует. Всичко съответства. Мы молили за устройство в Варне. Молихме се за устройството в Варна. Вчера пошли с сестрой убирать помещение. Вчера отидохме с сестрами да почистим едно място. Ну, чтоб все понимали, я 20 лет главный бухгалтер в Николаеве. Сестра 25. От 20 години счетоводител в Николаев. Закатали рукава и пошли убирать. 25 години се подготовихме да ходим да чистим. И девочка, в которой убирали помещение. И момичето, което беше там, в помещението. Говорит, а это будет школа. Каза, че това ще училище. А мы говорим, ну мы не знаем болгарский. Ние казахме, ние не знаем болгарский. А она говорит, а вам не надо его знать. Тя каза, ми не трябва мне да го знаете. Мне очень нужны ответственные люди. Много ми трябват отговорни хора. И мы ждем на следующей неделе от нее звонка по поводу работы. И за следующата седмица очакваме от нее обаждане за работа. И мы ехали с сестрой в автобусе. И мы путовихме с сестрами в автобусе. И просто хочется плакать от счастья. И просто не си искаше да плачем от счастья. Какой у нас чудесный Бог. Колко е чудесен наш Господ. Аминь. Аминь. Очень мощное свидетельство. Спасибо Богу. Слава Богу.